Во дворах городского округа Люберцы ремонтируют дороги. К устранению ям на тротуарах и проезжей части подключилась управляющая компания ЛГЖТ. На днях работа проводилась у дома 53 по улице 8 марта. Там побывала наша съемочная группа. Зима оставила после себя ямы на дорогах, и этот двор не стал исключением. Выбоины образовались в 7 местах. За считанные часы вместо дырок на асфальте – ровная поверхность. Как выглядел участок дороги до и после ремонта, фиксируется в мобильном приложении. В режиме реального времени информация поступает в систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. Называется приложение СКПДИ. Значит, суть его заключается в том, что на начальном этапе в него вносится сама яма. Значит, оцифровывается дворовая территория, появляется информация, сколько на данной территории ям, и после этого уже проходят работы по их, скажем так, ремонту. Также весь этот процесс у нас вносится в программу, делается фотография с привязкой геолокации, и мы понимаем, что была яма, и, соответственно, работы провели, ямы нету. В управлении Люберецкого городского жилищного треста 885 многоквартирных домов. В зоне их обслуживания программа предусматривает ремонт более 4000 квадратных метров дорожного полотна. Управляющая компания уже выполнила большую часть запланированного объема. Мы в своей работе опираемся на те заявления, которые приходят у нас с портала «Добродел». Это у нас в первую очередь работы ставятся сразу же в план. Плюс непосредственно сотрудники нашей организации, которые осуществляют контроль за содержанием дворовых территорий, также подают нам информацию, которую мы включаем в план и выполняем в рабочем режиме. Всего в городском округе Люберцы после проверки дворов выявили около 5000 ям. Более 1000 дефектов асфальтного покрытия на придомовых территориях уже ликвидированы. Из-за эпидемии коронавируса работы проводятся строго по предписаниям Роспотребнадзора. Луиза Егязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.